Урок мужества начался с просмотра фильма, рассказывающего об истории образования областного управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации и рабочих буднях сотрудников Ленинского отдела. Мы охраняем, во-первых, квартиры, коттеджи, объекты разной собственности. И также охраняем музей-заповедник «Горки Ленинские». Самой интересной частью занятия стало знакомство с основными видами оружия росгвардейцев. АК-74, АК-74У, ПМ, пистолет Макарова. Ребят очень интересует в основном оружие, я им рассказываю, как применять, меры безопасности при общении с оружием. Самые любознательные ребята под руководством инструктора попробовали разобрать и собрать автомат. Удивительно, что девочки наравне с мальчиками уверенно владеют навыками обращения с оружием. Мне очень интересно собирать и разбирать пистолеты, и оружие, потому что я в детстве сама хотела работать военным врачом и заниматься этим. Я уже держала оружие, я уже была. Это очень интересно разбирать, собирать, особенно когда ты так быстро собираешь и разбираешь. Александра Листопадова – постоянная участница патриотических мероприятий. Признается, что ей очень интересна военная тема. Я уже была в лагере Бородино, и там мы тоже узнавали, как собирать оружие, как разбирать, и даже стреляли. Мы были на пробном, на пробной стрельбе, можно сказать, и мне было очень интересно. Мы одевали закрытые костюмы, которые были похожи на листву. А свой профессиональный праздник многие сотрудники Росгвардии встретят на дежурстве, охраняя правопорядок в Ленинском городском округе. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Максим Константинов. Видное ТВ.